Всероссийский музыкальный конкурс «Новая звезда». И на очереди Ленинградская область. Я не боюсь. Встречаем. Ленинградская область богата живописными уголками. Чего стоит только карьер Рускеала. Мрамор, добытый в местных штольнях, украшает Исаакиевский собор, Эрмитаж, Мраморный дворец, Михайловский замок. Здесь есть даже русская бастилия, крепость Орешек. А в Гатчине и зимой, и летом, прямо посреди леса, из-под земли бьют настоящие природные гейзеры. Ленинградскую область на проекте представит Григорьева Дарья. Уже с 7 лет я начала выступать на сцене. It's true, I'm not good and I want night stand. But I still need love cause I'm just a girl. These nights never seem to go to plan. I don't want you to leave, will you hold my hand? Oh, won't you stay with me? Cause you're darling, stay with me. Why am I so emotional? No, it's not a good luck, it's some self-control. Deep down I know this never works, but you can live with me so it doesn't hurt. Oh, won't you stay with me? Cause you're all I need. This is love, it's clear to see. But darling, stay with me. Oh, Ленинградская область. 40 баллов подарила тебе жюри. Давай первым делом спросим профессиональную вокалистку, певицу Зару. Вы знаете, Дарья, вы мне понравились. И мне понравилось, что вы такая лаконичная, строго одетая. И голос у вас очень хороший. Конечно, интонационно не везде было все это прилично. Но тем не менее, чего мне не хватило? Я понимаю, что та стилистика, в которой вы пели, да, она подразумевает быть немного в себе. Но тем не менее, можно было немножко хотя бы в камеру стрелять глазами. И все-таки здесь зрительный зал. То есть здесь должно быть все на грани. Вроде и себе, но и для всех. Вот этого мне не хватило. Немножко все робко. Спасибо. Спасибо. Максим Исаакович Дунаевский совсем не впечатлен.
Да, действительно, совсем не впечатлен, потому что мне показалось таким чисто техническим исполнением. В общем и целом неплохим, но ничем не удивило, ничем не тронуло. Английский язык очень неважный, фразы рвутся. Наверное, я не слышал давно, как это поет Смит, но тем не менее, думаю, что носитель языка, наверное, рвет фразы там, где надо. Может быть, и в этом тоже моменте, где и вы. Но, наверное, с другим каким-то посылом это происходит. Потому что, ну, для меня, человек, который знает английский язык, обрыв фразы в смысловом месте, ну, какое-то... Либо должно быть чудо исполнения какое-то, либо что-то случиться с языком должно. Вот, это первое. И второе, с интонацией просто, ну, беда, мне кажется. Зара пожалела вас. Вот и все. Давайте провожать Дарью за кулисы. Дарья Григорьева, Ленинградская область. Очень, очень страшно. Неправда, очень страшно.